это мои друзья, которые станут твоими. Я хочу сказать, это замечательный режиссер и супруг, и супруга, к сожалению, покинувшего нас уже, Владислава Успенского. Мы знакомы 100 лет. А я каждый раз хочу идти объясниться в любви, как человеку, который ведет за собой поколение. Каждая из вас чувствует себя моложе и красивее, когда видит Эдиту. Я ее друг, любящий ее беспредельно. У нее была чудесная мама, которую я дважды видела. Красивая, добрая, теплая. Эдита всю жизнь несет в себе все лучшее, что ей дала мама. Ее очень любил ее муж. Любил так, что, по-моему, не смог из-за этого жить. Потому что он любил ее бесконечно. Он приходил к моему мужу и говорил: я не могу ее забыть. Мой муж Владислав Успенский написал для Эдиты: а ты позови, а ты прости, найди меня в следующий хлеб. Я сделаю тебе подарок завтра или послезавтра. Я сделала все эти песни такими, какими ты их не видела. Я хочу поклониться моему замечательному любимому другу, потому что она дает нам веру в романтику, в чистоту человеческих отношений и в то, что мы еще можем долго жить, веря в любовь. Браво. Это правда. Спасибо. Спасибо. Спасибо, от «Газпрома». А вы кто? Я Дмитрий, мой город.